Это Ноа Чейз, милый, забавный и здоровый ребенок. Но к нему подходит еще одно слово – чудо. Я знала, что материнство – это мое призвание. Я всем сердцем хотела иметь ребенка. Но зачатие ей не удавалось. Диагноз – поликистозный синдром яичников. Врач сказал, что без лечения мы не сможем зачать. Но даже если я забеременею, высока вероятность выкидыша и других проблем для меня и ребенка. Я знала, что Бог не ошибся, дав мне желание быть матерью. Однако я пришла в отчаяние, узнав, что мой организм не в порядке. В какой-то момент я утратила всякую надежду. Я регулярно смотрю «Клуб 700» и слышу, как ведущие сообщают слово «знание». Раньше я думала, да, но это так не конкретно. Но однажды Пэт сообщил такое слово «знание». Какая-то женщина давно молится о ребенке, но никак не может зачать. Бог открывает вашу утробу, вы забеременеете. У вас киста на яичнике, но сейчас Бог вас касается. Вы почувствуете жжение и сразу же исцелитесь во имя Иисуса Христа. Раньше я не очень в такое верила. Но в тот день, когда Пэт об этом сказал, Господь ко мне обратился. Я была уверена, что это слово предназначено для меня, что это я исцелюсь и рожу ребенка. Вскоре после того, как Кристи услышала это удивительное слово, я решила сделать тест на беременность. Смотрю, результат положительный. Я не могла поверить. Сегодня, глядя на своего сынишку, Кристи и ее муж всегда вспоминают, что всегда есть надежда. Бог отвечает на молитвы. Он верен.